Пока мы воюем за сушу, они стали хозяевами морей и океанов. Монстры подводных глубин. Кого обнаружили ученые в Ладожском озере? И какие чудовища обитают в подмосковных водоемах? Что-то схватило меня сзади и попыталось утащить на глубину. Казалось, что это человек. Но когда я вернулся, там никого не было. Самые шокирующие гипотезы. Новые серии. Сегодня в 18:00 на Рен-ТВ.